хочу. Ну, пожалуйста. Хочу. Ну, пожалуйста. Не хочу. Сегодня ты ушел гулять, я видео пересматривал, где ты маленький будешь, Сережа. Говоришь, он... А, вставай. А почему ты не слушаешь, как Сережа гулял? Да. Потому что, когда маленький был Сережа, он давал себя снимать. А сейчас ему 13 лет, он кричит, не снимай меня, не снимай! И руку так держит. И не разрешает снимать себя. Потому что он уже стесняется. Да, Кирилл? Угу. Хорошо, что я позаботилась заранее тебе и приготовила до твоего прихода, да? Че? Макарон. Ты же голодный, наверное, домой шел. Угу. Я думаю, сейчас зайдет и будет... А ты это в YouTube выложишь? Что сделать? В YouTube выложишь? Нет, у себя на странице сохраню и все. Ну, на странице в YouTube? Ну, там никто не видит, кроме Люси. Я только Люси разрешаю смотреть. Чё? Ты всю жизнь так говоришь. Да нет. Кирилл, ну вот тебе охота смотреть на какого-то мальчика, который ест, и который ты вообще не знаешь. Охота. Ну, это только Серёжа всех подряд смотрит. Нет, не охота. Вот и на тебя никому не охота будет смотреть, поверь. Кроме мамы и бабушки твоей. И тебя, когда подрастешь. Подрастешь, будешь на себя... И то, мне кажется, когда вырастешь, тебе тоже будет не особо интересно на себя маленького смотреть. А, ну еще знаешь, кто, может быть, посмотрит на тебя, на маленького? Твои дети. Когда скажут, что это наш папа маленький. Вот ты бы хотел бы сейчас увидеть видео, где наш твой папа маленький? Mm-hmm. Хотел бы, да? Я бы тоже хотел посмотреть. А такого видео нету. Есть у папы Тани одна фотография черно-белая, где он там маленький. А? Две, да. Не фотографировали его в детстве. Только в садике. Есть фотография, где он зайчиком стоит в садике. И фотография... Но она не у баб Тани. И фотография, где он сидит с этим. Тоже в садике. А, одна фотография у нас есть в альбоме. Он там в садике в рубашке. Такой весь в веснушках, черно-белая фотография. Как на пушках. Хорошенький такой, маленький. Фёдоровка. Чё? А как Арсений? Ой, а как Кирилл прошел? У нас же собака. Она ему пропустила? А я не знаю. А он домой заходил? Угу. Ну, значит, пропустила. А ты ее гулять не выпускала? Сейчас я ее с цепи сняла, она ходит по двору. Угу, ходит в будке. Я, она ко мне подбегает, ну что ты бежишь? Она ко мне побежала, напрыгнула, еду меня забрала. А, ну, я же говорю, она гуляет. Сейчас через месяц родит нам кутят, щенят, будете играться. Ну реально, будете играться. Какой кутята? Кутят это маленький щеночек. Mm-hmm. Надо будет куда-то от них избавляться. У тебя есть идея, куда их деть? Утопим. Не есть. Надо, это убийство, Серёж. Есть. Есть, куда? За 5 рублей продать. Сожрём. Да мы еще готовы, я готова 5 рублей доплатить, чтобы кто-нибудь тебя забрал. Серёг! Раздашь в классе кому-нибудь из друзей? Спроси Ваньку, ему щенок не нужен от злой собаки. Ну спроси, он сейчас с тобой на связи. Я могу у друзей спросить. Спроси, скажите, кому нужен щенок от Нюши? Скажи, она у нас умная, лапу дает, сидит. Тем временем Нюша. Там, если что, еще есть в тарелке макарон. Кому надо будет, я попозже еще могу пожарить. Ты, мое котеночка, проголодался солнышко мамина. Проголодался зайчишка мамина. Проголодался. Нажми на паузу. На паузу? Че? Фу! Видит уже. Ты давай тут постель мне не пачкай, блин, макаронцы собери. А я знаешь, что хотела, Кирилл? А я хотела сходить этот. А ты, у тебя ботинки вообще мокрые в хлам. И штаны тоже мокрые в хлам. А что? И ты нагулялся, наверное, уже. Нет. Нет, еще. Мама, что? Я хотела дойти до дачного молока купить один пакетик. Пойдемте. Иди, относи в раковину. Иди в раковину. Ноги ледяные. Смотри, сколько еще есть. А у меня. Нет, у него сильнее, у него прям лед. Они у него аж красные. А? Нет, они у него красные. Нет, Кирилл, давай-ка согревайся, а то сопли будут. Ты такими ледяными ногами гулял.
Пипец, просто лёд. Полтора часа с ними был. В сырых ходил или нет? Промокли они, да? Угу. Ладно, никуда не пойдем, ноги вон ледовые. Кудык. Чё? Кудык. Ты вот не чувствуешь, что ли, холода? Не чувствуешь? Кудык. Чё значит кудык? Нет. Здесь это тепло, а здесь лед. Все, иди в раковину. В раковину иди, относи тарелку. Относи. Нет, относи. Ты сделала, я съел, ты относишь. Смотри, сделал, съел, отнес. Сначала ты сделала, потом я съел, а теперь... Нет. А теперь нет, иди относи. Серый, отнеси паже. Вот такой у нас добрый брат. Давай, иди относи сам. Вот такой у нас добрый брат. Не надо, пускай растут. Я по ним определяю влагу. Когда сорняки подсыхают, значит полить надо. Ложись, погрейся. Здравия желаю. Забыл. Что забыл-то? Мама, у бабки была маленькая жопа, теперь большая. Да, пожалуйста. Все, я запрыгиваю, путянка. Давай, давай. И куда ты запрыгиваешь? Вот так сиди тогда. Ноги ледяные, бля.